городе Сент-Луис в США разгорелся большой серьезный пожар в здании музея Миссури. В столетнем строении долгие годы хранились и экспонировались ценнейшие исторические рукописи. Это и первый проект Билли о правах Соединенных Штатов, и знаменитая статья Эйнштейна, описывающая физический смысл формулы Е равно МС квадрат, и первый словарь Ноя Вебстера. Также в числе реликвий музея оригинальная Библия Гутенберга и рукописное письмо Колумба. На месте происшествия пожарная служба Сент-Луиса развернула около 20 пожарных расчетов. Начальник пожарной охраны сказал местным СМИ, что его команда пыталась спасти статуи и старые деревянные модели кораблей. В трехэтажном здании из-за сильного огня рухнул второй уровень. Пламя удалось локализовать лишь через несколько часов. Свою работу пожарные эксперты проводили еще и в середине дня 27 марта. Что из уникальной коллекции рукописей удалось спасти, пока неизвестно.